Сотрудники администрации Дональда Трампа тайно встречались с участниками заговора против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такую информацию обнародовало издание «Нью-Йорк Таймс». Общение это длилось около года. Венесуэльские военные якобы просили у США оборудование для шифрования радиопередач. Планировали после свержения Мадуро установить в стране временное правительство. Однако американцы помогать им в этом отказались. Я напомню, в августе на венесуэльского президента было совершено неудачное покушение с помощью двух дронов. Сам Мадуро утверждал, что за организацией этого нападения стоят власти соседней Колумбии.